Как красиво оформили шариками. Шарики, елки. Отель Монако. Сейчас хочу спросить, сколько у них стоит ужин на Новый год. Естественно, у них тоже будет с музыкой. Вечерняя Венеция согрелась в этом, в отель Монако, в баре, зарядила телефон до 94%. Так рада. У них быстро заряжается, у них в баре есть зарядка такая для всех телефонов. Чай стоит мента 8 евро. Согрелась с лимоном, с медом. Сегодня не хочу пить алкоголичи. Надо теперь до Нового года быть чистенькой после сауны, после терми. Кровь чистенькая, свежая, здоровая. Народ приехал, понаехал на рождественские каникулы. Ну вот это вот платье, вот смотрите, диоровское, ну что это такое? Я не знаю, что это такое. Я бы лично такое платье не купила бы. Так, сумочка зеленая из серпантина. Вот такие же зеленые сумочки. Не видно из-за решетки. Мужская мода. Мужская мода. Ой, я вышла прямо. Кеды такие же, как у меня, стоят. Я вышла в одной блузке. Хорошо, что купила этот. Худи называется, да? Которые с капюшоном. Это, наверное, для женщин положение. Блузка. Я сейчас хочу зайти еще в Гуччи. Так, это у нас закрыто. В некоторых бутиках уже 30% распродажа, в некоторых нет. Этро. О, боже мой, сумочки с бисером. У них, наверное, точно есть распродажа. Но я не знаю, открыт он или закрыт. По-моему, закрыто. Или светится внутри. Просто никого нет, наверное. Лампы есть, светится. Мужская мода. Синий бархатный костюм для мужчин, пальто. Но цвет этого пальто Джилл Сандер мне очень понравился прямо. Так хочу такое светлое пальто какое-нибудь. Но 3100 евро за шерстяное пальто, что это такое вообще? Вот хочется какой-то тусовки, музыки, не знаю. Ничего нет. Может, в этом есть, как его? Сент-Режис есть музыка. Можно и капучино выпить горячее. Ой-ой-ой. Ну, посмотрим на стрит-стайл людей. Так, где же был? Вот был где-то... не помню уже. Дука Д'Оста. Я все-таки хочу подарить сыну, когда будет распродажа, жилет такой, пуховик-жилет, чтобы он носил под
курткой длинной, а то у него спина, это так его опять спинка. Вот Баленсиага, до сих пор пустой, никого нет. В общем, его спину заклинило. Он дома на больничном, не работает. У него какая-то хроническая болезнь спины. Ой, девчонки, иногда заклинивает, как называется, когда спину не могут... Ой, смотрите, как классно. Когда спинку не могут ну, согнется и не разогнется, не знаю, как по-русски будет, забыла уж слово. Прада, может, Праду зайти посмотреть, что за вещи у них есть. Но Прада какая-то такая скучная стала в последнее время. Пойдем лучше в Феррагамо зайдем, который их новый стилист что-то напридумал, наверное, новое. Потом зайдем в Гуччи. А потом я надену свою новую эту спортивку сверху. Она как раз кремового цвета, чтобы не замерзнуть. Нафиг, нафиг. Ой, скоро уже 5 часов, шампанское будут пить. Без десяти 5. Может, Дольче Габбана еще зайти? Ну, зайду в Феррагамо, посмотрим. Девчонки, я решила примерить. Вот это, оказывается, 70% шерсти и 30% кашемира. Такое ощущение, как будто кашемир. Такой мягкий-мягкий. Это мой стиль, мне нравится. Вот это вот тоже 100% шерсть. Но они где-то 1000 евро стоят. Это, по-моему, 1000 стоит. Около 1000. А это я. Сейчас примерим. С джинсами их. Вот получается Gucci пуловер. Вот такой вот. Это XS. 70% шерсти, 30% кашемира. Всем привет! Из Венеции, из Gucci. Сейчас примерю вот это вот тоже из шерсти. От Джасминки Касашки. 1100 евро. И это, по-моему, 900 с чем-то. Вот эти вот пуловер шерстяной, 100% шерсть, 950 стоит от Gucci. Немножко такая пыльная роза. Она не молочного цвета. Си? Ну что я могу сказать? Вот примерила Gucci новые джинсы. Arrivo! €980, по-моему, стоит. Если вот так вот отрезать, оставить только 2 сантиметра этого GG, который мне не нравится ни к селу, ни к городу.
Джинсы так вообще ничего. Сзади особенно хорошие. И цвет джинсов хороший. Сейчас модно такие джинсы носить. Как его называется? Широкие. Вот так вот. 26 размер на мне. Ну что ж, примерила я джинсы Gucci с отворотом. Отвороты мне не нравятся с GG. Можно их отрезать, оставить маленькие там 2 сантиметра внизу. Голубые джинсы широкие, 980 евро стоят. Пловер из шерсти с короткими рукавами стоят 1100 евро. И другой еще 970, по-моему. Шапочка хорошая, теплая на зиму. От Moncler. Шерстяная, по-моему. Сколько, интересно, шапочка у них стоит. Не знаю, которая шапочка. Это что будет? Биани? На каких языках это написано? На английском? 265, наверное, да? Шапочка стоит. Жилет такой интересный. Из овчинки это натурально? Или из чего? Это из козы, что ли? Джордж Армани. На Новый год все готово, все блестит, все сияет. Так что, девчонки, Армани весь блестит, весь сияет. Даже туфли мужские лакированные. Я терпеть не могу, когда мужчины носят лакированные туфли. Ну, не знаю даже больше куда, в какой бутик идти. Армани Шервена, что ли, зайти? Что-то у меня энергия закончилась. Скоро опять телефон разрядится. Лучше, наверное, поехать обратно уже. Без шампанского энергии нет. Ой, как интересно, собачка. А, это женщина. Я думала, это мужчина. Девчонки, смотрите, Лана, шерсть. Натуральные, 2900 евро. Новая коллекция весенняя. Так дорого, думала, кашмир. Цветочки, фьори, костасета. Топики есть вот так. Под джинсы, но не джинсы. Что ж, девчонки, везде побывала, все посмотрела. Теперь посмотрим на лампочки новогодние. Что-то у меня даже как её началась. Ой, Эрмес уже закрылся. А который час вообще? Странно. Или он вообще не открывался сегодня? По-моему, даже не открывался.
Ну вот что интересного в этой сумочке, в этой форме сумочки, мне не нравится. Значит, возвращаемся в серую обычную жизнь. Все посмотрели, все перемерили. Будем возвращаться. Как ночью смотрятся витрины. Шанель, Армес были закрыты. Сейчас вам покажу огни Сан-Марко среди ночи. Пока сумочки, кроссовки, цвет в цвет. Шапочки. Боже, что за шапочка? Это шапочка, чтобы ходить в сауну, что ли? В баню русскую ходить. Ой, какой синий туман, девчонки! Венеция, Сан-Марко в тумане. Видите, как окна горят? Как красиво все. Мне хочется пить. Надо срочно в какой-то бар зайти, выпить воды. Конечно, я не хочу платить 10 евро за стакан воды. Поэтому мы зайдем в какой-нибудь обычный бар. Где-нибудь вон там вон. О, не видно Сан-Марко. Но вот это вот Эрмана Шервина мне понравилось. Парка такая длинная, женственная, но она была 40-го размера, серого цвета. Вот в дождь ходить, в ливень в них хорошо, непробиваемая вообще. Или даже, может, можно ходить и в горах, внизу одеть толстый-толстый кашемир. И как бы, по-моему, не пропускает даже холодный воздух, надеюсь. А второй, который я примерила, пальто, полупальто белое, шерстяное, стопроцентная шерсть, кремового цвета, внизу с жилетом, наполовину шерсть, впереди как шаль идет, как шарф. А еще есть пух натуральный внутри. Вот такой вот я хотела бы моему сыну под длинную куртку, а то он 5 часов просыпается, в 6 часов уже едет на работу, на монопатины. Полчаса едет, если даже, по-моему, больше полчаса едет. Так жалко, спина у него болит, заклинило спину. Сейчас буду что-нибудь искать, сейчас начнется. Ну, уже начались везде распродажи, во всяком случае для меня, как для постоянной клиентки. Так что я... поищу для него что-нибудь. Такой тепленькое, тепленький жилетик. Хотя бы Falconeri. Falconeri, конечно, дешевле, 150 евро стоит. Что здесь за шум стоит? А, это их бар тусовочный. Этих, которые тусуются в Венеции. Ну-ка зайдем, посмотрим, что у них тут за тусовки такие местных. Зайдем, да, девчонки? Спритик один выпьем с местными девчонками.